Здравствуйте, наши любимые подписчики, зрители. Рады вас снова приветствовать на нашем канале. Да, Маруся тоже вас приветствует. Полюбуйтесь. Сегодня вообще никаких проблем. Занес две тарелки. Сначала долгошечки. Ну, он, конечно, немножко погонял Маруську. Маруська была не против. Вот, потом уселся кушать. Когда он уселся кушать, я подставил Марусечке тарелочку. Здесь Наташа такую кашку сварила. 3 или 4 вида крупы. Потом тыква, изюм, еще что-то. Ну вот она, смотрите, как метелит. В первую очередь Маруська маслины скушала. Посмотрите, какие у нее мешки, друзья, смешные. Гош. У Гоши то же самое. Кашка с изюмом. Вот. Ну, с Гошей все понятно. Маруся с каши выбирает изюмчик, изюмчик выбирает. А вот такой изюм давал обычный, ну, не вареный. Не очень хочет его. А вот с кашей выбирает изюмчик, моя зайка. Да. Сейчас покушаем и пойдем гулять, мои лапочки. Гош, как твои дела тут? Вот так, зайчик, повернись чуть-чуть. Вот так. Да-да, сиди. Зря я его тронул, ошибку допустил. Садись, на. Ой, Гошки, ой, у Гошки какая вкуснятина. На, Гош. Смотри. Гош. Ля. А он маслины не стал. Сейчас я это. Садись к себе. У тебя прекрасная еда тоже. Так. Садись. Куда ты идешь? А, мне надо молчать, да? Ну, хорошо, я буду молчать. Буду я ниже делать полки пошире, Гошки. Потому что Маруська бегает туда-сюда. Не... Нашему пенсионеру, ветерану, видите, я думал, что сначала вроде бы и хорошо было, а сейчас начинаю понимать, что ему уже это не пойдет, друзья. Вот здесь ниже на ярус будет пошире полка для него. И для Маруськи. Эту тоже оставлю полку. Тоже будет и пусть прыгает, если захотят. На. Маслины, друзья, маслины. Ой, какие мешочки у тебя прикольные. А что ты помидорчики не стала кушать? А, вы поменялись тарелками? Давайте. Это у вас любимое занятие. Меняться тарелочками. Ну, Гошка, как всегда, помидоры выбирает в первую очередь. Вот предпочтение в еде разное. Маруська помидорам как-то к помидорам так относится, что есть они, что нету. Будет голодная, съест, конечно.
Ну, предпочтения разные. Вот она кашку покушала, что-то там выбирает с кашки. Семечки тыквенные пока не трогают, хотя они любят их. А, вот Маруська тыквенную семечку нашла. Там вон, посмотрите. И кабачки еще лежат нетронутые. Вон, посмотрите, какие у нее мешочки. Тоже накидала каши туда. Ну, всего. Оказывается, есть у Марусеньки мешочки, есть у зайчика мешочки. Конечно, тоже есть. Ничего, растянешь, Марусь, мешочки эти будешь тоже накидывать туда. Сейчас пойдем на улицу. Сейчас пойдем, мои зайки, на солнышко гулять. Собачек проведаем. Что они там, собачки, нам скажут? Как они нас встретят сегодня? Маруська, хорошая девка. Хорошая девка. Сейчас папа еще чайка вам принесет. Дай папа за спинку погладит. Давай. Давай за спиночку погладит. Хорошую девочку такую. Очень хорошую. А что ты балуешься, выплевываешь там, а? Что ты балуешься? Это что, Марусь? Все это такое. Друзья, я не знаю, почему комментарии отключились на YouTube. Я ничего не отключал, абсолютно ничего не делал. Видимо, это видео с ребенком, когда Сеня с Марусей играется. И поэтому комментарии YouTube отключил. Ну, ничего страшного. Я специально. Ну, как бы ничего не вырезал, как есть, так и снял, как вы понимаете. Я никогда ничего не убираю. Там ничего такого нету. Ребенок играется с обезьянкой. Обезьянка себя ведет очень положительно по отношению к ребенку. Ну, пусть люди видят, что наши обезьяны никакой агрессии к детям не производят. Сереж, сок. А, давай. Привет, мам. Здравствуйте. Дай мне, я одну возьму, закрой дверь. Я сейчас Гошке дам попить, а потом ей. Вот я второй поставила, Сереж. Ага. Это что за сок? Маруська любит маслины, Это манговый. а Гошка не любит маслины. Я его на и маслины отдал ей. А Маруся маслины кушала, да? Ага. А я там горошек, кукурузу купила. Ты давал? Или тут Еще пока хватает? нет, вот, ну некуда было класть. В На, обед дашь. да. Один, дай тот стаканчик. Теперь Хороший стакан. Марусечкина очередь. На, зай. Он такой приятный сачок из манго настоящий. Натуральный. Ой, мне нравится, смотри. Ой, на ножке. Ой, полностью встала. Ой. Выпила? Ну да, подпила, но неудобно поить.
Моя рыбочка такая. А ты гашанечку дай, он допьет. Сейчас я вот это сниму, чтобы было лучше видно. Ой, я же и другую сторону снимаю. На, Гоша, тут еще есть. Ветеран Колумбийской войны. Да ничего, аппетит хороший, пацана. Вот полку, Наташ, плохо магазины не работают. Я поехал, взял бы досочек этих пошире, побольше наделать. Маруська штулится к нему сейчас, и им тесно на это. С завтрашнего дня уже будут магазины работать. Вот купить надо этих досок. Ты будешь продлевать или вместо этой? Нет, эти оставим. Продлишь, да? Второй ярус сделаю, да. Захотят туда, захотят сюда. А, пониже ты хочешь, да? Угу, пониже. Чтобы они туда-сюда прыгали, а вниз, а пониже спали, да? А пониже спали. Гошке пониже надо, ему удобнее будет там. А Маруся прям ложится. Я знаю, Майка, да. Лежит на боку. Ну, да. И Гоша хочет прилечь, но видно на диване. Это. Ну, нам сейчас пусть они дожуют. Одеваться надо и на улицу пойдем гуляться. Да, Маруська? Маруська путешественница суетливая. Дай за спинку папа погладит девочку. Да, 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 Гошечки, конечно, конечно, Гошечки. Сейчас у них в мешках. Гош, ты опять там понапихал шпалами на этот. А ну, дай папа посмотрит. А, маслинку достала. Чё ты суетишься? Сядь, как Гошка, вон там и кушай. Иди, как Гоша, сядь и кушай спокойно. Залазь наверх. А Маруся зачем обои все поотдирала? Может, Маруська мне сказать? Вот тут, друзья, все вот эти две стенки заделаю вагонкой, деревом, чтобы, ну, навсегда и наверняка было. Чуть-чуть надо переделывать вольер. Ну, я понимал, что надо будет это делать, но думаю, сначала посмотрю, что треба для них, а тогда уже будем робить, как говорится. Так, Гоша, аккуратно, зайчик мой, аккуратно. Что такое? Застрял? Что? Да ты мой, совсем что-то ты это, уже с полки слезть не можешь. Наверное, мой друг, сейчас ты пойдешь со мной с папой это, физкультурой немножечко заниматься вокруг дома. Вот такие, друзья, дела. Видели, да, Гошка? Ну, порой другой раз, когда смотрю, и резко спрыгивает с полки, быстро слазит. В общем, вольер надо переделать мне. Места в нем хватает, но просто дело еще в чем. Вот в гамаках Маруська спит, Маруся, да? А Гошка наш нет. А Маруська наша да. Поэтому
Ну, а Гоша, а она же Гошику хочет с Гошиком быть, а Гошик сидит вот на той полке на широкой и засыпает. И тогда она к нему тулится. И получается, что гамаки это, ну, не нужны, отсутствуют. Если бы Гоша был бы в гамак, залез бы, то, естественно, и Маруська бы к нему прыгнула. А так как он туда не залазит, и они вдвоем, получается, сидят на этой полке. Вот этот момент надо искоренить. Надо его посадить туда в гамак, Гошу, там его усыплять, гладить, и тогда Маруська прыгнет туда, к нам. В гамак тоже. Девочка моя, не суетись. Успокойся, успокойся, лапочка. Успокойся. Успокойся. Успокойся, Марусечка моя. Вот, друзья, ну, в общем, пойду я готовить какую-то там одежду или что, и пойдем на улицы. На улице еще вам выйдем к вам в эфир. Всего вам доброго. С наступившим вас Новым годом. Добра, любви и всего хорошего. В общем, пока-пока. До новых встреч.